Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня мы продолжаем играть в Contraband Police. У нас еще, по-моему, 4 дня там доступно поиграть, поэтому давайте посмотрим, что у нас сегодня будет. Так, подходим мы с вами к досточке. Что у нас здесь? Ага, тачки, смотрите, значит, драйвер нейм и сад, и здесь у нас завет. Все, вообще без проблем. Сейчас все найдем сразу же, всех найдем. Так, нам, наверное, нужно что-то взять здесь или нам пока ничего не дают. Ну-ка, давайте сюда пока зайдем, посмотрим, что здесь. Так. Так, у нас машина уже приехала. Ладно, сейчас мы придем. Опа! Добрый вечер. Понятно, понятный. Так, а здесь тоже пока ничего нету, да, у нас? Да, вообще пусто, пусто, пусто. Вообще ничего просто нету. Ёлки-палки, ребят. Надо этому ролику поставить как бы лайк и подписаться. Вы же понимаете сами. Все-таки это Contraband Police, ваш любимый. Так, ну у него явно проблема какая-то с фарой. Вот видите, фара, то есть разбита. Так, давай-ка другалек документиками свои. Давай посмотрим твои документики. Так, документики у тебя есть? Ух, а как ты едешь с разбитым лобашом? Не-не-нет, ну-ка, на выход. На выход давай. Что там у нее? Мне показалось или что-то лежит там? Смотрите, все разбито. Не, показалось вроде, ничего нету здесь, да? Смотрит еще так пристально. Ты не смотри так давай, слышишь ты, Кларк Кент. Что-то смотришь больно пристально. Придется проинспектировать. Опа! Это что у нас такое тут? Денежки, да, значит, понятно. Ну, давайте мы возьмем тогда инструмент вот этот. И поговорим с тобой по-другому теперь. Ух, где что прячешь? Где ты что прячешь? Ну, смотрите, раз нам стрелка говорит, как бы, что... Она как бы вот прям кричит там, давай, пробуй, ищи в этой машине что-то есть. Нам вот даже желтая стрелка об этом говорит, поэтому... Ну, придется искать, как бы. Я думаю, бардачок сначала надо... Опа-ча! Ну ты чё? Так. Видите, крыша выпуклая у него какая-то. А с этой стороны она прямая. А тут вон прям видно, что выпуклая. Так, ну... Опа-ча! Ничего себе, сколько долларов у него тут лежит. Обалдеть, сколько нападало. Обалдеть, 120 баксов. Так, может еще и в сиденьях у него что-нибудь есть? Это что за контрабандист такой? У него одни деньги. Ну, вернее, много денег. Чувак, ты что там хотел сделать-то, а? Откуда у тебя столько... Да что ты будешь делать-то? Опа! Все понятно. Оружейный барон. Просто оружейный барон. Так, а здесь что у нас? Еще деньги. А тут? Так, здесь у нас алкоголь. А тут что у нас? Не знаю, в колесах есть смысл искать или нет? Сейчас посмотрим, наверное, еще и в колесах на всякий случай. Просто настоящий контрабандный барон у нас. О-о-о, смотрите, он присел такой, говорит, нет, пожалуйста, дяденька, не надо. Так, ну здесь вроде в колесе нет ничего, да? Да отойди, что ли ты, я же вот пытаюсь колесо вскрыть. Так, ну вроде как больше ничего и нет. Здесь... Так, у меня сломался мой основной аргумент в борьбе с контрабандистами. Ладненько, слушай, давай-ка. Давай-ка, другалек, ты, наверное... Отправишься в тюряшку, потому что, ну... Ну, придется, я понимаю, что неохота. Кому охота-то в тюряшку? Понятно, что никому не охота. Ну, ты попался, мог бы взятку дать и... Давай-ка следи за ним нормально, да? Так. Теперь вот сюда все это дело складываем. Хорошо. Все, погнали дальше работать.
Шестерочку надо убрать, конечно же, она, ну все, как бы. Давай, все, убери, пожалуйста, по-братски. Так, берем новых инструментов. Новых инструментов раз, новых инструментов два. Вилы. Все. Да, все, погнали. Запускаем следующую машину. Тут у нас зелок. Зелок же это или газончик, непонятно. Не так похоже. Зелок вроде, да? О, здорово. Че, ты че? Куда едешь-то, другалек? Так, а мы посмотрим сейчас. У нас здесь остался Исад только. Посмотрим, это Исад у нас или нет? Это не Исад. А че ты не похож на себя? Слушай, ты че, побрился что ли, а? Это Азад, а тот Исад должен быть. Так, ну-ка, это что у нас такое? Здесь подходит. Здесь подходит. Машина типа ГАЗ-53, да, показано? А, документы эти есть, а вот эти документы у нас не сходятся. Так, нам надо отметочку сделать о том, что у нас дата просроченная. Есть дата просроченная. Так, дальше, что, транзит, не транзит? Что-то еще, по-моему, не хватает, да? А, вот что не хватает. Мы сейчас проинспектируем тебя. Во-первых, колесо одно спущено. Стекло. Сколько стекол у нас? Два стекла разбито. Ну и здесь вроде как все четко, да? Так, отмечаем тогда колесо. И два стекла. Ну-ка, сейчас проинспектируем колесо. Два стекла. Может быть, еще что-то есть у него? Чё, у тебя в салоне нормально тут все? Стекла точно два, да? Заднее стекло вот это целое. Да ладно, я тебя не выгонял, что ушел-то. Так, ну он так вроде все целое у него. Номера вот надо проверить. Кон 0518RN. Так. Где номера у нас? А где номера-то? А, вот. 0518RN. Так, а передний номер? Проверим передний номер. Ладно, чувак, ты не проезжаешь. Типа... Ой, блин! Сорян. Сорян, чувак, я не хотел. Ты, короче, не проезжаешь. У тебя косяки с документами по датам именно в паспорте. Да какая ошибка, все четко, никаких ошибок нет. Давай, уезжай. Уезжай по-добру, по-здорову. Слушай, а что-то, по-моему, у него с тем этим неправильно. С тем стеклом что-то не так у него вроде. А, не, все хорошо. Да езжай давай ты. Базаришь тут что-то. Сейчас посмотрим, правильно я сделал или нет. О! Четенько все. Так. Следующая машина у нас Победа. Потом Невасик стоит. Так, ты у нас кто? Тебя как зовут? Выйди из машины, давай-ка. Она. Слушайте, какой-то странный, да? Иностранный агент какой-то прямо. Так, мы сейчас посмотрим твои документы. Но машина у тебя такая интересная, конечно. Тут почему-то побитая вся. Так. Сзади бампер должен быть или нет? Тут непонятно. Походу должен быть. Сзади бампер. Раз, два, три. Три стекла. Три стекла, один бампер и... Вроде как все. Так, сразу это я напишу. Так, три стекла. Нет, 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 вот... Три стекла и один бампер. Это есть. Теперь давайте проверять документы. Во-первых, здесь август-апрель канает. Здесь это что такое? Паспорт номер. Проверяем, работает. АЗ-ГУЛ. Работает. Так, регистрационный номер. Это регистрационный номер чего? Не знаю, чего это.
Регистрационный номер. А номер машины где? Вот это может номер машины? А, у нас сзади и номера, кстати, нету. Смотрите-ка. Номера нету. Ой, не то сделал. Где у нас? Регистрационный номер, вот. Так что здесь вроде нет такого. У нас регистрационный номер отсутствует, получается, сзади. А спереди есть. 602. Ну, похоже на то. Ну, не знаю, что, пропустить его, не пропустить. Так-то вроде все норм у него. Ладно, езжай. Пропустим его. Пускай проезжает, как бы. Ну, с косяками, да, но почему бы нет. Да, все, давай. Следующему открыл тут. Давай, давай, уезжай, все. Блин. Нельзя было пропускать. Слушай, ну, если у тебя хоть какой-нибудь косяк есть, я тебя не пропущу, понял? Ну, сразу просто тебе говорю, как бы, чтобы ты не надеялся, чувак. Не то, что там что-то, но просто только что влетел на деньги. А я не хочу так больше. Так, сначала машину осмотрим. У нас нет крыла, бампера, номера нет. Понятно, все, ты не проезжаешь в любом случае. Бампера, крыла, номера нету. Тут стекло есть. Тут стекло есть. Бампера, крыла и номера нет у нас. Ну, не у нас, а у него. Так, бампера, номера и крыла нету. Вот, крыла нету. Бампер, крыло, номер, окей. Теперь проверяем Владислав. Владислав, ага. По датам? А, понятно, и дата еще не сходится. Я тебя понял. Значит, дата у нас просроченная. Ну, в принципе, все. Че еще? Че больше надо? Давай, до свидания, чувак. Не прошел. Не прошел ты просто. Все. Гудбай, Владислав. Давай, давай, все, гуляй отсюда. И фотка, кстати... Фотка не соответствует, походу вот что надо ставить. Там же есть типа, что-то про фото, какой-то параметр. Походу фотка не соответствует, вот что. А, ну нет, все нормально. Так. Ух ты, нифига себе, панк какой, выходи-ка, брат. Что-то панк какой-то. Как тебя зовут? Ну-ка, документики свои. Похож ты более на того, который только что проехал. Чё везем? Пусто, да? Странненько, Опа, это чё у тебя здесь? Подождите-ка, подождите-ка, это чё там лежит у тебя? Вот это чё такое белое? А чё это такое? Хм. Машина целая, всё хорошо. Так, ладно. Ох ты, целая, говорю, крыло, а у машины нет у тебя. Ну-ка. Исат. Исат у нас написан на доске. И номер на машине 91Е. Ага. Где должно быть что? В покрышках. Сейчас посмотрим. Опа! Все понятно. Так, денежки. В этом колесе есть что-нибудь? Так, что-то в этом не было. Ничего, в запаске ничего нету. Алкоголь. Ну такая слабенькая контрабанда, конечно, у него. Вообще что-то слабенько, но... Давай-ка ты. Иди, задержан ты, да? Ну а ты как хотел, другалек? Ну ты чё, серьезно что ли? Ох. Ну, полтинничек, полтинничек. Нормально, в принципе, чё? Так, а тут? Оп. И вот это еще сюда. Раз. И два. Ну, 620 долларов не так уж и плохо на самом деле. Так, эту машину на штрафстояночку убираем сразу же.
Давай, другалек, убирай машину на штрафстоянку. На штрафстоянку. Все, рабочий день у нас закончен, ребят. На этом эта серия заканчивается. В следующей серии будем двигаться дальше. Посмотрим, что там вообще, что нас ждет впереди. Надеюсь, будет еще интереснее. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.